Тогда наши планы изменились, потому что мы были приглашены на патио. То есть сейчас патио заканчивается здесь, у моря. И мы перемещаемся на патио, на дискотеку. Мой муж пока там, сейчас я вам покажу дискотеку, пока там никого нету. Я сегодня одета вот так. Сейчас мы выйдем туда, где посветлее. Вот здесь посветлее, потому что там темно. Я одета вот так. На востоке говорят, а я девушка восточная, я выросла на востоке, что с Сердоликом, если делать массаж лица и проводить его глазами, то от этого уходят морщины. Кстати, прикупите себе Сердолик и попробуйте. Я делаю для того, чтобы поддержать восточный стиль моей жизни, мои восточные глаза. Таких во мне только красивых. Так, сейчас я вам покажу издалека. Ну, я надеюсь, вам было меня видно. Сегодня дискотека будет для избранных. Пока там еще никого нету. Заходим, покажу вам внутри. Oh,
3 часа. Что можно выпить на дискотеке? Ну, позволительно один бокал вина. Правда, в этом бокале вина это 200 калорий.
Она была маленькая, когда мы видели их после. Вот. А это моя дочка старшая, которая не хочет сниматься. Так, ну вот мы приехали домой, около дома все гремит. Муж остался в машине, потому что сейчас я отпущу няню. Мы сегодня нанимали няню. Сколько стоит няня? Няня стоит 20 лир в час. Вот сейчас посчитаем, сколько часов. Мы с ней расплатимся. И все. Ну, все, в принципе, всем спокойной ночи. Всем пока!